На евросервер завезли новый розыгрыш «Высшие хищники». Когда-то он у нас уже был. И, в принципе, как бы поначалу он выгодный, но нету прокрутов за одно золото. То есть, я вам настоятельно рекомендую только два прокрута делать, если повезло. Вы молодцы, я вас поздравляю. Больше не сливайте на это золото. Ну, мы сейчас в этом всем убедимся. Так, 2К свободки с плюсом, ребят. За 50 золота. Хорошо. Чтобы вы понимали, это я сейчас на основном аккаунте делаю, поэтому надеемся на самое лучшее. О, отлично, мистический контейнер, вдруг 100 тысяч золота выпадет. Так, ладно, пишите комментарии, так как новый розыгрыш это, и что вам выпадало, мне очень интересно, я отвечу на все комментарии. А мне опять свободка падает. Я, конечно, понимаю, что свободка это очень полезно, мне она нужна, в принципе, да, на Новый год, миллион с плюсом уже есть. Но все же, еще один мистик мне помешал, отлично. Как думаете, что мне на основу выпадет, друзья? Я очень хочу сертификат и открываю на 2,5 секунды. А мне дают серебро. Мамочки мои. Я не хочу золото тратить, но поскольку у меня еще бустер золота есть, я отслил так, что у меня 49 тысяч золота с плюсом. Так. 3 дня премиум аккаунта, друзья. Как так-то? Это что-то с чем-то. Хорошо. Сливаем еще немножко золота, ребят. Как думаете? Давайте последний раз это будет. Последний прокрут. Последний. А мне свободку сунули. Просто нечто, друзья. Не, на основе сливать больше не буду. Поехали на твинки. Смотри до конца. Да, кстати, хороший намек на то, что у этого аккаунта такой ник. На то, что вы должны посмотреть до конца видос, потому что в конце видео я обязательно загадаю загадочку, которая вам понравится. А мне падает 7 дней премиум аккаунта. Я думаю, это полезная штуковина, но так как это не основа, мне это бесполезно вообще. Так, ладненько. Есть также 3 сертификата на X10. Хорошо. То есть не сертификата, а X. Ну, вы поняли. О, первый контейнер. Забери все, ребятки. Неплохо. Так, свободочка. Хорошо. Короче, в случае лютейшего невезения, я знаете, что сделаю? Отдаю всю свою удачу. Опс. А у меня 1000 золота есть. Пока что немножко везет. Короче, отдаю всю свою удачу, друзья, вам. Даже если в мне выпадает мистик. Чтобы вам выпадало самое лучшее. Открывайте, пожалуйста, на 3-ю секунду все. А мне падает 100 золота. Как много! ВГ, спасибо большое. Просто как же я без этого жил. Так, ладно, серебришко. Не, ну так, за 50 золота серебро я в окупе. А вот за 100 золота 2750 свободки, это уже баланс ареной. Так, мистик, хорошо. Чтобы вы понимали, друзья, это был единственный прокрут. А с него 75 тысяч серебра. Это просто что-то. Я пошел на все сверхвысокие меры. Я продаю на ваших глазах крушителя, который выбил с розыгрыша крушителя. Однако, я буду сливать золото на этот розыгрыш. За 50 золота, опять лютый окуп, 500 тысяч серебра и мистический контейнер. Хорошо. Свободочка. И дальше у нас еще один мистический контейнер. Прикольно. Свободочка. Что-нибудь годненькое будет сегодня, ребят. Кроме мистика и собери все и свободки. Ну ладно, 3 мистика это очень хорошо. Мы их когда-то только на Новый год могли открыть, а сейчас скипаю и 2-го уровня мистик даже выбиваю. Просто жестко. И серебро так хорошо. А тут, а? Что же выпадет? Как думаете, 100 тысяч золота? Ага, размечтался. 7 тысяч свободки не хотел, позитив танкист. Ладно, ребят, еще раз высокие меры. Продаем крушителя, чтобы нам не жадничать. Я это делаю специально, чтобы ваша удача, друзья, была самой лучшей. Я, кстати, посмотрел шансы выпадения всего 20% на мистике, 17% на собери все и 0,07% на сертификат, который по центру розыгрыша. Да! 0,07! А, 0,70, ребят, где-то так. Я выбил, прикиньте, бомбический контейнер. Как думаете, что же с него выпадет? Никто не знает этого. Хоть что-то повезло. Так, сертификат на 28 тысяч свободки, хорошо. Мистик. А, 7 тысяч свободки, зато мистик 2-го уровня. А тут 50 тысяч серебра, это что-то с чем-то. А теперь бомбический скипанем. Нате, 1000 золота, неплохо. И мистический контейнер, в котором у нас выпадает серебро. К сожалению. Ладно, ребят, давайте еще разочек крутанем. Один собери все. Давайте прям так, нате. А, размечтался. Да ну вас. Ладно, мы не будем печалиться, ведь у нас есть еще один крушитель, который мы продадим в случае невезения. Открываем мистик. 14 дней премиум аккаунта, голды больше нету, надо крутить розыгрыш продажей крушителя. Так, мистический контейнер, хорошо. А еще один мистический контейнер, замечательно, собери их все, просто превосходно.
Ой, X10 просто опупена. Свободка, мечта всей жизни. И собери все, просто супер. Ладненько, а теперь выпадет что-то годное. 1000 золота, это годное, в принципе, годное. Давайте с этим согласимся. Хорошо, еще есть один прокрут. Свободка. Короче, ребят, этот розыгрыш, либо его не стоит крутить вообще, либо только два прокрута первые делайте. И просто желаю вам в этом удачи. Как видите, вы мне очень не везет, поэтому всю свою удачу я отдаю вам, чтобы вам везло, а мне не везло. Да, друзья, на этот розыгрыш высшие хищники. А потом пишите комменты, как вы думаете, что же вам выпадет, когда вы будете открывать. Вот откройте, потом заходите заново на видосик и пишите комменты, что вам выпало, ребят. Будет очень здорово. А мне по КД выпадает, собери их все. Ну, спасибо, скажем, что не свободка, ребят. Однако, танка не выпадает. Вот как ты будешь с этим жить? Хорошо, берем розыгрыш высшие хищники. 3, 2, 1. Два контейнера залутали, короче. На тебе. Ага, понял. Из мистического контейнера. Свободка. Что-то, ребят, честно, мне это настораживает уже. Что-то люто откручено. И я пошел уже прям на сверхмеры. Я 18 тысяч золота сливаю на розыгрыш высшие хищники. Если мне сейчас не повезет в открытии, если не выбью хотя бы один танк, то, знаете, вам 100% повезет, потому что всю неудачу этого розыгрыша я забрал себе, потому что открываю его как можно раньше. То есть он только появился, и я сразу же раньше всех его кручу. Возможно, с этим розыгрышем все наоборот, потому что когда что-то выходит крутое, обычно сразу везет, а потом не везет. О, ребят, высшие хищники залутал. Правда, золота уже много трачу, но это все не важно. Смотрите, какие наградки топовые, просто замечательно. Мне не жалко, ребятки. Главное, чтобы у вас сегодня был супер-пупер денек, время подарков. Так что давайте я вам подарю вот эту вот голду, которая у меня есть, просто в формате выбивания этих контейнеров. Чтобы вам было приятно посмотреть, что же мне выпадет с этих контейнеров. На тебе! А ну-ка. Ну, пожалуйста, танчик уже залутайся. Да ладно. Хорошо, мистический контейнер. Свободка. Серебро. Реально пахнет откруткой. Но ничего страшного, мы не расстраиваться не будем, потому что у нас... Высшие хищники! Мамочки мои. Ребят, собери их все лучше, чем высшие хищники. Жестко. Так, ну и просто космос. Ой, просто космос, бомбический. Собери их все. На тебе! Да ладно, под конец могли бы танчик дать. Не, ну это жестко, конечно, друзья. Жестко. Ладно, не будем расстраиваться. Что есть у нас, то есть. Поехали дальше. Чтобы сравнивать розыгрыши, какие лучше розыгрыши, высшие хищники или кружитель, давайте прямо сейчас это и сделаем. Так, свободочка. И... Во, видали? Плохая компания контейнер. Давайте скипанем как, собери все. На тебе! Да ладно! Выбил максимум... То есть, понимаете, мало того, что я выбил сертификат на 28 тысяч свободки, так еще этот самый могильщик, лютый танчик просто... Но даже на такие меры мы пойдем, чтобы забрать абсолютно до каждой капельки всю неудачу, чтобы ваши выпадения были лучшими. Так что смотрите ролик до конца, отгадывайте загадку, и условия вашей удачи заключаются в том, чтобы вы отгадали загадку, написали комментарий. Если вы даже ее не отгадаете, самое главное, чтобы вы досмотрели ролик до конца и написали коммент по поводу розыгрыша. Так что, ребят, если этого не сделаете, то удачи у вас такой не будет. Потому что в моей, как бы, неудаче есть условия, чтобы ваша удача была. Так что вот, если хотите, исполняйте, и вам повезет. Это стопудово. Просто верьте в это, у вас точно повезет. Так, ладненько. В общем, погнали дальше. Дальше у нас, опять-таки, высокие хищники. Ну, вы поняли, высшие. Высшие хищники, собери их все. Очень классный контейнер. А с... Крушителя что выпадает? А, ресурсы. Хорошо, единственный контейнер собери все. На тебе. 28 тысяч свободки, хорошо. Очень даже полезно, кстати. Так, высшие хищники, идите сюда. Если вы хотите, друзья, чтобы я сделал очень удачливый видосик, и чтобы удача реально была на моей стороне в этом розыгрыше, высшие хищники, то пишите как можно больше комментариев и говорите мне, чтобы я это делал, потому что вы меня так можете смотивировать. Потому что я вот никак не решусь, крутить его еще или нет. Потому что он слишком, ну, не фартовый, что ли. На самом деле, я всю неудачу просто себе забрал. Так, ладненько, давай. На тебе. А тут все, ресурсы выпадают, ресурсы. Так, на тебе.
Даже танка собери, все не падают, друзья. Просто надо делать выводы. Хорошо, крутим еще разок. Собери все. Возможно, это везучие собери все. Два собери все, хорошо. А теперь крушители, готовы? Нате! Я думал, крушитель сейчас выпадет. Фу ты, поверил на слово. Так, нате, 28 тысяч свободки. Да, наконец-то, хоть один танчик выпал. ПЗ-4С, ребят, это то, что нам нужно. Он станет коллекционным в конце обновления, точнее в конце мая, и будет продаваться за 1750 золота. Это круто. А теперь дальше. Ух ты, мистический контейнер, прикольно. Крушитель. Ну, когда я уже крушителя выбью, мамочки мои. Интересно, я крушитель вообще выбью? Так, ладненько, ребят. Пока есть возможность, нужно крутить розыгрыш. А у нас она есть, так что... Свободка нам нужна, свободка нам люто нужна. И свободка нам лютейшая нужна. Сразу видно, что я всю неудачу к себе забрал. Не всю, ребят, не всю. Крушитель за 20 золота выпал. Вот это я понимаю. Крушитель выбил. Просто, ребятки, это то, что мне надо. Но даже придется его продать даже тут. Потому что розыгрыш, вы же хищники, требует много слива золота. Если ты ее туда все не сольешь, у тебя будет золото. А в игре нужно, чтобы у тебя не было золота. Все просто и логично, чтобы ты больше ценил игру. Ладно, нате, да, вот тебе вы же хищники, скипанул, как собери все, ребята. Еще раз, 28 свободки, Т-22 эсерище. Вот это я понимаю, но даже тут-то, откроем мистики. Так, даже тут-то мы его продаем, чтобы крутить этот высший хищненький розыгрыш. И если мне не выпадет ни один бомбический контейнер, знаете, у меня самое неудачное видео. Но, если вы хотите, чтобы ваши открытия были самыми удачными, досмотрите буквально минутку, и они у вас будут самыми удачными. Так, ладно, мистик, и собери все. Нате, ну хотя бы 1000 золота, уже хоть что-то. Ладно, последний прокрут. Самый неудачный розыгрыш в мире. Или я самый неудачный в этом видео. Короче, друзья, я просто забрал всю неудачу, так что смело открывайте на 3-ю секундочку розыгрыш и пусть вам повезет. А я на последнем аккаунте солю золото и посмотрим, что... Да, сразу бомбически дали, прикольно. Короче, давайте загадаю танчик. Так, это танчик 5 уровня. У него, его еще называют почему-то кашей какой-то. Потом у него 160 средний урон вроде бы. И все, друзья. Так, что у нас выпадает? Жестко вообще. Один собери все. Короче, друзья, отгадывайте танк, который я загадал. Я думаю, все просто, все четненько. Подсказку я дал. Пишите комменты, я отвечу, правильно ли вы отгадали или нет. И да будет с вами, ребятки, удачка, чтобы вам выпадало самое лучшее. Всего вам наилучшего. Покеда!